Lexus решил пофантазировать, каким будет его первый беспилотник. Правда, запуск модели без водителя намечен только на 2030 год, и к этому времени многое может измениться. С другой стороны, экономные японцы не привыкли разбрасываться идеями, а значит, некоторые черты концепта LF-30 мы сможем увидеть в облике ближайших новинок марки. Из того, что действительно хотелось бы увидеть, это стеклянная крыша Skygate. Ее задняя часть может превращаться в проекционный экран, чтобы задние пассажиры смотрели видео или пролистывали соцсети. Электрокар оснащен 4 мотор-колесами, ради питания которых установлен большой аккумулятор. Его емкости должно хватить на 500 км пробега. Для пополнения запаса электроэнергии предусмотрена беспроводная зарядка, упрятанная под задним бампером. А еще нельзя не сказать, что концептуальный Lexus получился просто огромным. По размеру колесной базы шоукар даже обошел флагманский Lexus LS нынешнего поколения. Поэтому и масса концепта без малого 2,5 тонны. Рулевое управление без механической связи между штурвалом и колесами. В отделке салона использованы самые необычные материалы. Например, волокна переработанного металла, а также кедр, обугленный особым методом. Не секрет, что на ходу электромобили практически бесшумны, но Lexus остался верен себе, внедрив систему активного шумоподавления. Ее динамики встроены в подголовники сидений, а поставщиком выступил бренд Mark Levinson. Именно такой Lexus LF-30 в продажу не поступит никогда, но свою первую серийную модель на электротяге японская марка планирует представить уже в ноябре.